часах 5:04. Мы начинаем нашу поездку. Ой, на мейджор. Можно, пожалуйста, 3 латте? Объем какой? Большой. 0,4. Да, с карамельным сиропом. 2 капучино. Тоже большие? Тоже большие, тоже с карамельным сиропом. И 1 глиссе, пожалуйста. Будьте добры, пройдите, пожалуйста, на окна. Да, сейчас, секунду. Доброе. Это капучино. Ага. Обитель орков. Что, спим, что ли? Нет. Да ладно тебе. Не-не-не, Сань, точно. Я специально всех взял. Там просто прикол в том, что потом... Объясни мне, как можно было не поделить поло, которое вы уже носили? Сережа говорит, что у него эльки. Я могу зачитать Сережа сообщение, которое я уже читал. Так, ну вот, мне... По поводу того, что мне L норм и M норм, ну, короче, что-то норм. Ну, я-то тут при чем? Почему у вас так много вещей, Тимофей? Просто это разобрали, когда меня не было, я такой прихожу, а тут эмки. Вы на мажор с девушкой едете? Кофе будешь? Салам алейкум, да. Капучино или латте? Латекс. Латекс. Где? Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Не за что, Тимофей. Возьми кофеечку. У меня, кстати, Саша, не вопрос. Нет. Как ты считаешь, как лучше поступить? Только не утром. Можешь снимать меня, кстати, когда я говорю. Короче, что значит, как лучше поступить? Мне... Зачем? Выпей. Я пока я хочу... Я кому брал-то? Я буду, ладно. Вот пей. Я уже обдумал этот момент. Сергей. Серега, как ты? Серега! Сразу видно, человек счастлив. Ради мод правления. Перебываешься, что ли? Да, я лучше. Перебываюсь, Серега. Перед тем, как уйти, да, уехать, блин. Просто если я... Накремил. Там. Ты же будешь заниматься спортом? Ты же машина. Будешь. Я буду. Не ругайся. Ну, что, нас тут смотрят только, дети. Тут только такое сказать. Привет. Опа, первый пакет. Я тебе взял кофе. Ребята, всем привет. Видео с мажора выходит благодаря нашему партнеру GGDrop. Ребят, на сайте GGDrop есть специальный раздел, посвященный нашему CS-составу. Если ты заинтересован не только в красивой игре, но и в красивых скинах, то переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получай топовые скины от Gambit и GGDrop. Ку! Ты можешь чуть подальше лицо держать? Тебя же не видно. Я вижу. Здрасте. Всем привет. Кис-кис, кис-кис. Я котик, ты котик. Все, у тебя хорошо получается. Очень хорошо получается. Спасибо, Саш. Сборная Венгрии по ММА тут? На месте. Спортсмены на месте? Серега в активе. Что, прошли? Прошли. Да. Кушать? Да. Он уже все. Капитан, просто. Ты готов? У тебя такой вид вообще просто. Что? Кстати, что ты шанс позавтракать чем? Ну не знаю, здесь не особо на самом деле что-то есть такое прям вкусное. Я взял бы пасту. Не, с пастой точно не буду, я наелся в итальянской кухне. А, маску надо одеть? Но батя фильму на него сделал, типа он там ладно, хотя он там ничего не делает, только подписи ставит. Ладно. И вот, и короче, его вызывают на налогу, он хочет что делать. Здравствуйте. Спасибо. Та-та-та. Товарищ тренер Костян Валентинович. Ой, Серег, что-то вообще не идет, да? Что-то вообще не идет, да? Вообще не пошло. Друзья, мы тоже. Вот что ты все снимаешь, Саш? У нас, я новый... Я разрешение на съемку не подписывал. Новый сотрудник в медиа. Да я смотрю. Если это появится, то ты будешь новым сотрудником я, в медиа. Я знаю, почему мы не снимали... Сашки!
А у тебя дипель этот паспорт? Бардачки? Немало, да. Сань, ты можешь курточку дать, извини, что пожалуйста? Дать? Курточку. Свою? Мою. Я тебе могу свою дать. Свою не надо. Тимох. Да. Где увидимся теперь? В Стокгольме. Помаши ручкой. В Китае. Серёг, в Китае летим? Мама, мама, я в телевизоре. Привет, Швеция. Я тебе подарок приготовила. Дима прямиком из заседания. Ну конечно. СФ. Чтобы не ходить? Чтобы быстрее ходить. Советы от старца. Один раз мы, короче, опаздывали куда-то, и вот эта тема нас спасла, реально. Ты тут экономишь секунд 30. Всем привет, я Дмитрий Эдуардович, блогер. Ну чё, куда ты уходишь-то? Как тебе сказали, себя снимать? Я тебя сейчас снимать буду. Вот так, себя снимаешь, вот, ты разговаривай. Капец, у меня крутая подушка. Помахаю. Кто запретил? О! Извините, у нас тут съемка. Всем кискам пис. Блин, классно, классно. Ну, дальше. Дальше слов нет. Есть. Какой тил? Сколько ехать, кстати, он не говорил? Примерно 3 часа. Тут все рядом. А, не рядом. Не, нет, реально. Саша. Реально? Саша, шути, шути. Тут вроде все рядом. Да, ребят, шутишь? Ой-ой-ой, вот это ха-ха-ха. Ничего себе, а я не понял. Живот вот, знаете. Контент-мейкер Дмитрий Соколов. Дубль 1, точка 2, 10. Ты опять тайм-лап делаешь? Нет. А, я думал, я тебе показал. Научи, нет, дурака, Богу, научи дурака Богу молиться, он лоб ошибет. Санек, оу. Я не замечал никогда арену напротив от этого. Ну, она незаметна, я согласен. Трудно заметить. Меня чудно. Ну да, тяжело. So, the badge and the bracelet work together, okay? Okay. Смотри. Красавчик. Видишь? Мажор. Приват. Прям как твой компьютерный клуб. Окей. Okay. Okay. Покажи, бэдж. Что это покажи? Тренерский же. Серенький. Оранжевенький. У Хоббита другой. Дима, у тебя крутое колье. Где? На шее. Кристал Мэй. Hello. Hello, nickname? Nathan. On the fifth floor, there is a snack bar, okay? Okay. Что, Серёг, нормас? Шведский. Нормально. Почесали на сапырку? Почесали. Какой этаж нам нужен? Что надо? Девятый или какой сейчас этаж? Пацаны, что, нормально уехали? Кстати, на десятом, кстати. Спасибо. Это мое счастливое число, значит, выиграем мажор. Его открыть надо, Санище. Он тебе не поддается? А халай махалай. Ляски масяски, не матерись, нас смотрят дети. Извиняюсь. Ой, ну-ка. Слушай, ну тут прикольно. Это что, это все? Короче, круто. Блин, а тут столько класс. Шоколада. Так, можно? О, так вот деньги чистые. Парафа на чё, деньги? Деньги. Подожди, а где подарки от ПГЛ? Я не понял. Вот, вот же. Какие подарки, блин? Где формы? Короче. Где майки? Мы так к Диме зашли все в одежде, так как будто это классно. Блин, вот это вид, я понял. Полное, я сразу говорю вам. Хватит материться на камеру. Ой, ну ты вырежи. 21-24. А нет, вот ты подавал. О, у меня две кровати. Не поверишь, так у всех. Игра кальмара. Типа вот так прыгают, понял? Да, да, да. Только что получил ответ, что у нас у всех отрицательный ПЦР. Сейчас пойду возьму ключ от практиса, чтобы сразу их туда завести, и пойдем покушаем вечером. Да, вот так паштетом воняет, на самом деле. А как домой повезти? Я не повезу это. Ты что, не любишь? Ты что, не любишь печень и с куличами? Еще надо. Ты такой умный. Ну одень, одень. А если на поехали назад? Сука, Саша. Давай, я даю бит. Тыщ, тыщ. Представляешь, какое историческое событие? Просто Константин берет тайм-аут в best of 3 в последнем раунде и просто зачитывает эту, как выходить на Б-план. Вот это было бы мощь. Да, вот так. Ну, вот. Так, Абая чуть-чуть надо. Чуть. А, вот сюда, чуть ближе.
Ближе, 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 да. Вот, все, стоп. Во, тихо, тихо, стоп. Режиссер фильма на игре так, в действии. Ты снимай свой капюшон серый, это пи***а. Тебе не надо в капюшоне. Все, стоп. Так, вот. И пешка, пешка, ты видишь, как белая? Видно вообще. Сергей не может заехать под стол. Серег, короче, лайтовый способ. Давай, я, короче, буду сидеть под столом и поднимать его на горбу. Будешь как черепаха, короче, держаться. Не, на стуле я так... Или нормально слоны, тебе? Как там они. Это самый лучший стул, я это вернее не ищу. По рекомендации Тимофея. Лучший в мире. Ох, как будто... Покачайся. Как будто... Это... Ох, как будто кто-то стимулирует прям, да? Ну, допустим. Почему тебя не заезжают? Объясни, он же ж можно опустить просто. Я, в принципе, не понимаю, почему больше заезжают, потому что я могу заехать. Я тоже могу заехать. Подожди, а ты ведь опустил? Да. Опустил. Ты самый умный, что ли? Угадаешь, какой логотип у нас? Нет. А как открыть? Ключом. А сколько ключей? Один? Шесть. Один ключ кому-то не достанется. Угадай, кому. Мне? Да. Почему? Что ты его теряешь постоянно? Не слышал меня. Зря ты, кстати, так. Последний раз я не терял. Нафань, первое впечатление об АМД. Я пока в шоке, Саня, нахожусь. Сергей. О, май. Песни. Тута. Под столом. Есть профессиональная съемка. Я злую, значит, непонятно. Понятно. Отмечай. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Ушел. Что, все парни застапились, все поели, все сделали, и мы наконец-таки ложимся спать. На часах у нас без 10:11. Это был очень долгий день. Мы с 4 часов не спим. Таким был первый день на мажоре. Оставайтесь с нами. Скоро будет еще много всего интересного. И тоже дом. На шоколад? Там, поверь, только шоколад. Я даже не понимаю, что с ним делать. Я когда на фото видел за шоколад, я думаю, когда я понял, что на шоколадке можно купить дальше. На маске можно купить землю. А все остальное, там, сразу.